Просыпаемся, обед давайте поедим. Я только пришла с улицы. Время сколько? 13:29. Жрать хочу, ребят, только пришла, утром ушла. Правая, левая, елка, трусы висят. Ой, как вам? Ничего, кофта. Пошла в одной, пришла в другой. Ой. Ну да, это улитка, Людок это. А, ну, Надежда Видящего пошла. Ну, зашла поздороваться, и вот одела куртку. Ребят, жрать хочу. Так, картошку, 3 яйца мужских, картошка, колбаса 41-го года. Дальше. Соль. Помидор надо доесть. Это Надюхины соседки. А продавца еще не ела. Кисель. Не знаю какой. Лёсикова аджику. Ой, какая. Я ночью сейчас расскажу. Аджика. И все, сейчас перекушу. Жрать сейчас, девки, хоть одну немножко возьму. Я не знаю, что взять-то мне. Сейчас скажу, что. О, ой, вообще вкуснятина. Ну, вкуснятина, что говорить-то. Я тоже буду делать такую. У меня все есть для этого. Так, меня смотрят жирные, толстые, семимесячные. Кто на диете, меня не смотрим. Галин Жилетова с коттеджа, как на остановку. Привет, Галина. Давайте, пускай остынет. Я тебе каждый день буду привет передавать, чтобы тебе все было нормально в жизни. Девки, сходила к портнихе, ну это прямо переоделась там. У Ведищевой штаны же такие хорошие взяла. Портниха мне говорит, как ты их мечтала? Я говорю, вообще на мою жопу, на живот. Да, отнесла портнихе. Ой, девки, не могу, дайте попить хоть. Это бомба. Все, футболки все отнесла. Она мне подошьет. Ну, а девки, ну эти, у меня столько футболок. Подписчики дарят. Подруга там подарила. 2 года назад висела, но я не одела. Я ростиком маленькая. Ну, фотомодель. 6-й размер. А мне кажется, может, больше, что-то лифчик маленький. Вот. Я раньше молодая была, мне 3-й размер был. А сейчас 6-й или 7-й. И, короче, это. Что я буду дарить? Ну, я такая добрая душа. Я ссаные трусы даже могу подарить. Ну, я образно говорю, я добрая очень. Сколько курток у меня было, все раздаю. И это. Отнесла, она мне все сделала. Брюки завтра уже заберу, потому что во вторник я еду к матери с ночлегом. Вторник и среда приеду домой. Поеду. Она мне звонит каждый день. Давай, приезжай. Там и грамоту пограничники мне передали ей. Ну, я приехать не могу. То и это, то нога, девки, нога еле дошла. Ну, без костыля ходила. Красивая, да? И недорогая, девки. Ой. И прям пошла. Жарко, девки, на улице. Вот. Короче, сходила в аптеку, когда шла, все по порядку. Купила от давления, который каждый день я пью, чтобы нормализовалось давление. От печени Корсил. Так, в Альберис зашла. Еще завтра пойду в Альберис. Ну, я, детки, как не подходит, сдаю, другое меняю.
меняю там. Ну, не подходит мне. О! О! Так, это тени я взяла. Я только ими зелеными. Зелеными. Вот, крашу зелеными. Косметичку. Сейчас, девки, жрать хочу, не могу. Новую портниху, знаете, нашу Свету. Сейчас расскажу еще. Света наша Жилецкая в 7-м доме. Я ее рекламирую. Сейчас обратно ее. У ней, говорит, народу вообще много. Зашла. Магнит мне Надька все приносила. А теперь-то я ходить сама. Взяла кибенчинские эти. Как ее? Бабочки. Две упаковки. Детки, подорожало. Было 49 или 48. Сейчас мы на лавочке сидели. 52. Ну и что? Бабочки я сейчас делаю с котлетами. Девки, это гречка 34 там, идите, магнит, жилетовские. 34. Сейчас. Бляха, не испачкаю ее. Ну, жрать хочу, девки, вы правда. Вот это вкусные, девки, аджика. Там пишут мне, выпей. Да не пью я сейчас, не курю. Когда мне надо, я выпью. Когда будет у вас так, как у меня, не дай бог. Девки, жрать хочу. Надо мне это... Ой, шатает даже. Сейчас рассольчику махану. Жалко кофту. Надо было переодеть. Ой, какая хорошая аджика. Сейчас покажу еще. Я говорю, Свет, ну футболки сейчас еще не лето, у меня их много. У меня их много. Мне джинсы, вот эти, не джинсы, как их называют, девки, я не понимаю. Она мне говорит, ты давно хотела. Так, что он делает-то? Что он делает? Машину ремонтирую. О, падла. Вот. Потом я зашла в Альберис. В Альберисе я сдала, перезаказала поменьше размер. Вы думаете, что я дорого беру? Там остается такой размер. Там дешевле делают. Вот я... А эти как раз размеру. У меня летние 37, а... Зимние, осенние беру 38. Так. Сейчас покажу. Они кожано лакированные. Вот они, кожаные лакированные. А одни такие хорошие, у меня желтые есть, я взяла зеленые. Ну а что, там скидки делают сейчас, скидки. Вот взяла лакированные, девки, кожаные. Лакировка, это натуральная.
Вон там тоже это все. Вот, буду ходить, у меня обуви много. Ну, а что там, вот примерно, я сумку перезаказала, которую мне красную прислали, вот, от Германии я, Ольга, от Германии, от ее подарок. Это, боже упаси, пришла, это такая кожа, но какие-то замки желтые. Все, сейчас другую придет, не знаю, завтра, что ли, или послезавтра. А завтра что, первое? Господи, не знаю. Надо смотреть. Вот. Тюль перезаказала, которую Лена Боякова мне прислала. Я перезаказала. А что я перезаказала? Лена Боякова мне сделала подарок. Тюль. Почему я перезаказала? У меня шторы мраморные. Я тюль другую мраморную, тоже очень красивая. Перезаказала я, покажу потом, это мраморную, а то я до этого другую, это мраморная. Угу. Ну, хорошее качество, и это материал турецкий там. Ну, как материал, господи. Я не соображаю вообще, жрать хочу. Макароны надо мне. Сейчас, девка. Анжика хороша. Ой, господи. Вот я сумку перезаказала, хорошую тоже. Вот там остается вот кожаные там сапоги или ботинки, или что-то еще. Вот у меня сумка кожаная. Они там дорогие примерно, вот остается-то одна модель. Они дешевле отдают. И сумку я перезаказала вот Оле и Вова, Германия. Ладно, что я сейчас расскажу. Галь, салют. Короче, я иду такая. Еще не ходила, портнихи иду. У городе. Идет эта Галька. А я откуда знала? Это потом я Галю узнала. Ольга Валерьевна, на меня. А там еще молоко покупали, стоят из бочки. Ой, наконец-то я вас увидела. Наконец-то, оказывается. Это Галина. Она продвинутая. В интернете там шарит. И она увидела меня в Ютубе. Она в Ютубе 1,5 года меня смотрит. И пишет комменты не в эфире, а под видео. Она сказала, как меня найти там под видео. Я всегда, говорит, пишу. Она продвинутая, девки. Она говорит, я лазила в Ютубе всех там, и того блогера смотрю, говорит. Она такая интересная, общительная. Ну, она не молодая, у нее два сына взрослые. Один царство небесное, а другой тоже. Она не молодая. А продвинутая. Сама на Кондрусская. Муж. Север. Ну, это ладно. Сейчас, девки. Целый час разговаривали. Ой, хоть наконец-то. Он пришли бы в общагу. Да ладно, ой. Вы мне извините, что я вас остановила. Да ладно, что от меня...
Она говорит, я вас смотрю полтора года. Я говорю, как вы нашли? Ну, она... А, на Дзене она тоже меня смотрит. Ну, у меня одно и то же. Она говорит... О! Я в Ютубе лазаю такая, смотрю, вы говорите, привет, нет, телепузики привет, бандиты Калуга, жилетовские мои любимые подписчики. Я такая, так, это, наверное, жилетовская. Ну и все, и начали. Она говорит, я вам пишу, я уже полтора года вас смотрю. Ой, спасибо. И комменты пишу на Дзене. Но я не буду выдавать ее. На Дзене смотрю, говорит, вас пишу комменты. И в Ютубе. В Ютубе пишу под видео. Ну, комменты, не которые идут. Надь Буданова, ой, помидоры. А я сперва ей говорю, она что не говорит, где она живет. Я говорю, а вы с шестого дома? А то мне тоже подходила к Наде Будановой, женщина меня смотрит. Привет передавала. Нет, я там-то живу, на коттедже. Я не знаю, она мне ровесница или старшая. Не знаю даже, девки. И она говорит, я вас смотрю. Ой, вы такая, это, говорит, надо уметь. Вы такая прикольная. Что ж она еще мне сказала? Я говорю, ой, вы продвинутые. Она говорит, я знаю весь интернет, как что. Она не там, не только меня смотрит. Молодец, женщина. Ну и все, и разговорились. Она где живет, сказала. Я говорю, ладно, буду каждый день вам приветы передавать. Она, ой, спасибо. Фамилию, говорит, не надо, не называйте. Я говорю, хорошо. Галин Жилетова. В коттедж. Угу. Девки, я жрать хочу, как собака. Вообще не ела. Ну да. У нее ноутбук. Я говорю, продвинутые вы. Я с этой аджикой. Спать хочу, девки. Как раз они мне, девки. А те, которые сейчас я это отказалась, сейчас перезаказала. Ну, мой размер взяла. А то там большой был размер. Прямо хлюпала. Ну, и все. Девки, жрать, пить не просят, правильно? Ну, как вам объяснить, вот там... Остается два размера. Вот при, там 36-го очень много, девки. Жилетовские, 36-го много. И турецкие, и Россия. А по одному остается. А по одному вот 36-й. А так-то есть 38-й, 36-й. Вот эти ботинки попали с меня. 38-й и 36-й. Все. А так там очень много 36-го, и турецкие, и все. Вот сумка. Вот я получу, вам покажу. Бомба. Вот одна цена, а другие все 2800. И красные 2800, которые я хочу. Но потом. Вот. Что еще? Я сапоги не смотрела, там тоже сапоги маленькие размеры и подешевле. У меня сапог много, зачем я буду смотреть?
Сейчас Светку прирекламирую. Мы целый час разговаривали с этой Галиной Жилетова. Вот, спасибо, что вы меня смотрите. А что мне делать? Бухать, как другие здесь бухают. У меня сегодня там баба тоже. Я говорю, всякую ерунду пишут на это жилет. Она говорит, не обращай внимания, я это жилет вот одно. Я вот ни разу тебя не видела пьяную. Ой, ну всякую дрянь сочиняют. И про сына, ой. А что они, говорит, не могут себя показать? А откуда я знаю? Галь, Жилетовская, это, как называется, коттеджи, будет трудно, приходи, макарон всегда дам, макарон, масло куплю тебе всегда, я не жадная, я баба простая. Не, ну, баба бывает в жизни. Правильно, девочки, мне же тоже помогают, приходи, Галин, если не будет жрать, я тебе всегда дам и макароны, и масло подсолнечное, и котлет по 50 рублей дам. Это тоже хорошие котлеты. Не стесняйся. Да, вот 1,5 года ровно смотрю. Приходи, Галь, если жрать никогда не будет там. Я тебе макарон наберу и масло. Ничего страшного, надо делиться с людьми. Ну да, она жизнь свою рассказала. Делиться надо, не стесняйся. Куплю, вот честно говорю, Галя, если вдруг тебе трудно будет, куплю. Девка, какая вкуснятина. Ребята, у меня посуда была. А сегодня воскресенье. Рота солдат приезжала с Воротынска. А, сейчас еще скажу, что... Девки, они лопнули. Там мне одна баба пишет, тебе куртку красную... Волгоград Иринку прислал, слышишь, Чучундра? С какого хрена мне Ирка куртку, где вы? У меня там есть 2 видео, что она мне прислала. Куртку мне привезли женщина с Полотняного. Понятно? Я ее забанила. Ага, говорит, Ирка Волгоград мне ее прислала. Сейчас! У меня там видео есть, я все снимаю, что она мне прислала куртку. Ага, ну вот эту красную. Тем более, она куртка дорогая. Она ее такую дорогую не купит для меня. Там видео есть, что она мне присылала, косметику. И не мандите.
Юлька Пенза и она, я снимала. Дукина там. Куртка на мне. Ну это кто-то свой пишет. Девки, ну вкусная. Ой. Шторы тюль повешу перед Пасхой все новое. И шторы мраморные, и тюль мраморная белая. Шторы и швабры на пол, это от Люды Санкт-Петербург. Чего? А тюль я перезаказала, сдала ей эту другую. Это Лена Боякова. Ну, я цветную, а здесь в старом смотрю тюль мраморный, как и шторы. Девки, я не испачкала? Угу. Гляньте, сколько собак за ней идут. И не мандите там, не сочиняйте. Девки, что я хочу сказать? Вы там пишете, ой, я бы тоже приехала. Девочки, я никому не запрещаю. Вы знаете, где я живу. Приезжайте. Лёся хотела, приехал. Приезжайте, хотите, приезжайте. Никто вам не запрещает. Стол накрою. Картошки отварю. Что есть в холодильнике, всем накормлю. Девки, кисель хороший. Теплая. О, я люблю кисель детства. Давайте откровенно. Вы что там сочиняете? Я бы приехал, ну я бы, берите, приезжайте, и вас что, никто не пускает? На диване вот ляжем на развалинам. Картошки отварю, помидор, все, что надо, поедим. А как раньше в деревнях? Капуста квашеная, помидоры, огурцы, сало. Сало есть, Лёсик привез два вида. Ух, сало хорошее, девки. Я сегодня ночью встала, сало дорезала. Вот это аджик, хлеб, картошки холодной, вареной. Ночью. Что она делает там, я не понял. Что она делает? Куда ты идешь? Давай вправо, вправо. Сейчас упадешь, чучундра. Вправо давай. О! Идешь по снегу, по грязи. Че, глаза яйца, что ли? Давай, чуть-чуть еще. Ну, о! О! О, молодец! У меня спрашивай, говори. Я буду показывать, как идти. Все, давай. Ой, девки, нажралась я, как собака. Галя, приходи, не стесняйся, Галин, с коттеджа Жилетова. Будет плохо, жрать нету, приходи. Макарон, масло подсолнечное всегда куплю. Мне не жалко. И кубики. Раньше при Союзе я так мы с сыном ели. И кубики, все было. Котлет по 50 могу дать. Девки, во вторник к матери еду. Все купила, пожрать там. Все в морозиловке. Ой, что-то еще там надо не забыть. Ладно, все, давайте, девки. Устала, не могу.
Давайте, я сегодня в эфир не выйду, полежу.